Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того, как получить мультитул стражей и корабль стражей, причем довольно легким способом. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Открываем нашу карту системы, и нам нужна система с диссонантом. Система, в которой я сейчас нахожусь, с водой. Правая кнопка мыши, свободная камера, и поехали. Ищем, ищем и находим. Направляемся туда. И сканируем планеты из космоса непосредственно. Если планеты найти не можете, то воспользуйтесь радаром. Просто-напросто наводитесь и видите следующую планету. Ничего в этом сложного нет. И сканируете до тех пор, пока не найдете. Обнаружено отсутствие гармонии. Нам туда. Высаживаемся и пробиваем сканером местность. После чего нам нужно найти резонатор диссонанса и отправиться туда. Вот как эта штука будет выглядеть издалека. И заранее показываю. Я взял самый обычный мультитул C-класса, без каких-либо супер крутых улучшений. Будем использовать обычный плазмомет. Нам не нужно будет стрелять по самим стражам. Нам нужно уничтожить именно эту штуку. Отлично, с первого раза выбили эхолокатор. Теперь нам нужно взять ландшафтный манипулятор и просто скрыться. Рой охотится, охотится, можно даже чуть в бок сделать. И стоим, ждем. Нажимаем Tab, заходим в меню экзокостюма, выбираем наш эхолокатор. Прожимаем резонанс, и ничего не происходит. Так вот, что с этим делать, если такое вдруг произойдет? Отправляемся в другую систему с диссонансом и также летим на планету с обнаружено отсутствие гармонии. И экзокостюм. Обнаружено гармоническое эхо. Нам туда. Мы на месте. Сейчас покажу, что и как делать. В первую очередь мы идем сюда. Гармонический интерфейс. Просканировать регистры памяти. 1 плюс 2 – 13, 2 плюс 1 – 3, 2 плюс 6 – 8. У вас могут быть другие цифры. В моем случае 13, 3 и 8. Ввести знаки разблокировки. Первый знак. Под номером 13. Второй под номером 3. Ну и третий под номером 8. Найти всплеск диссонанса. Обнаружен всплеск. Там находится корабль. И это еще не все. Деактивировать пломбу мультитула. И здесь слева будет находиться мультитул. Берем, если нравится. Также здесь будут находиться тачки с гармоническим ломом. Собираем в этом месте. Этом. Этом. Все собрали. Теперь летим за кораблем. Здесь будет валяться корабль. Заходим, смотрим. Это мы перетаскиваем к себе, это тоже к себе, и вот это тоже к себе. Нажимаем клавишу F и идем туда, куда нас отправляет сигнал. С вашего позволения я переключу на свой мультитул.
Собираем лучистый осколок. В размере 3 штук. Ну и вон виднеется еще вдалеке. Идем дальше, куда нам показывает. Нам нужно теперь вернуться к резонатору диссонанса. Если у вас есть эти материалы, по идее, запрашивать это не будет. И уничтожаем снова эту штуку. Инвертированное зеркало у нас. Можно на всякий случай спрятаться, мало ли что. И вот после всего этого уже заходим и проверяем подсознание. И нам показывает еще одну точку. Подходим и активируем. Гармонический мозг есть. Теперь возвращаемся. Просто нажимаем. Все. Корабль ваш. Если вам не нравится класс корабля, либо класс мультитула, который вы нашли, вы можете повторить данную процедуру, но с мультитулом будет не все так просто. Нужно будет сделать сначала релок на рабочий стол, и после этого запустить игру, и он тогда появится. Таким образом, можно выбить даже S-класс, но на это уйдет какое-то время. Свой корабль А-класса и мультитул я получил примерно с первого раза и со второго. Удачи вам. Да, конечно, есть еще способ, чтобы бить противников в виде стражей, потом садиться на корабль, лететь в космос, отстреливаться, но это будет довольно сложно, учитывая то, что у вас будет непрокачанный корабль. А этот вариант, как по мне, идеально подходит для новичков, потому что это все очень и очень просто. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное в описании под видео. Всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.